Hey there! A footage for this video was provided to us by our friends from the Northern Lights YouTube channel. These guys live in Russia and are searching for the dead soldiers of World War II in the Leningrad region. With their help, hundreds of soldiers who were missing in action have already been found. Find a link to their channel in the description below. Давай. Чехольчики. Все как надо. Надо помыть ее. Подгорела, наверное, да, чуть-чуть. Вряд ли. Это чехол был. Илюха? Илюха! О, смотри, какая она пасха. Сейчас помою. Я сегодня счастливую щетку брал. В прошлый раз несчастливую брал. Тоже тонус этот. Лама в плече. Да чё? Что-то прикольное. Да? Стеклянная, что ли? Квадратная бутылка какая-то. Да? О, свитера уже в газбак. Попался в брюхе. Ну да, наверное, сливуха здесь была на входе. Вообще, хорошая, смотри, бутылочка. Вещь какая. Со змеей. О, со змеей бутылочка. Медицина. Лопатка саперная. О. Саперная лопатка, представляешь? Где там склад? О, какая. Слепой, как всегда, под землей видит. Ну что, нормально. Надо ручку помыть, может, что-нибудь. Наш креба на насарапал. Нормальный махан, как говорят. Лишнее с чехлом еще было, надо искать. Ого, наверное, да. Да, жаба. Супер. Ну, еще что-то кожаное торчит, видишь? Угу. Ну, давай. Какие-то кожи, рожи. Это, наверное, от ремня, вот это, что я тебе говорил. Чехольчик. О, жаба какая. Покажи жабу. Да, прикольная. Ничего, такая, да. Прикольная. Давай сюда, скидывай. Оп. О, еще. Пузырьки. Пузырьки, пузыречки. Свитера такие, верстые, носки всякие. Ну-ка, Андрюха, там. Вот, а. Всякие. На любой вкус бутылочки. А ну-ка, переверни. Вообще, класс, только первый раз вижу, на самом деле. Да, я первый раз вижу. Ты тоже, да? Керамические были, да, пластиковые. Ну, это обычно бурится. Так, Саня там что-то намывает. Нормально. Зачетик. Ищи вторую часть. Должна быть. Роняшка? Да. Вот, крючочек ее. Ну, она металл. Ну, все равно. Мечи видно, какие-то внизу видно. Офигенно. Переверни. Вот, вот, ага, мечи. Ага. Переверни. Ну, да. Написал, такой хороший. Опа. Опа.
Так, смотрим. Так, с этой, без дырок, белый, тяжелый какой вообще. А возле ячейки смотрим, верховой боец лежит, ботиночки, у них косточки. Вот, сейчас будем поднимать, в ту сторону он лежит. Он в ботинке под отмоткой, и ложка была, вся сгнила, правда, не алюминиевая. Ремешочек. Но останки еще идут. Нормально. Улиточка. Целая, что ли, еще? Вообще нормально. Класс. Они стальные, похоже, да? Стальные. Ну, удобные. Вешалочка, да? Да. Прикольно. Гильзы были. Ой, крепко. Ты все дрова перебираешь, Серега? Да. Ребята, сейчас все увидите. Сейчас, подожди. Ты покажи. Смотри. Да. Волхов. Свастика. Да, охуенно. Оба-на, нифига. Крест такой. С одной ступки такой. Вообще крест такой сделанный. Не в тот парень. Стопочку. Вот такой железный крест. Волхов, 1943 год. Ганс тут шнапсик глушил. Да, интересная находка. Вот, блядь, что я нашел. Сапоги. Ух ты. Нормальная тема, да? Рогатули, да, это снимать сапоги. Илюха, покажи, как снимали сапоги. Сейчас покажу. Такая вот штука, она снимает сапоги. Ты так ее берешь, допустим, если у тебя грязные руки, тебе не хочется пачкаться. Там. Блин. Ты пятку так раз сюда и начинаешь снимать. Если на тебя еще падает фельдфебель зеленый человек. На нас залипух. Зато ну, в цементике, да. Что вы решили? Цемент, как... надо помыть, да, получше. Условный край. Ага. Ну ничего, я положить, она отмокнет. Да нет, не знаю. Вот. Нет, это она в топ-тону была. Вот. Ну, она, видно, с деревом где-то лежала, наверное, да? Иголка целая? Угу.